грушевый шарлот или ночной кошмар первокурсников. Почему? Потому что именно его они должны приготовить на экзамене от и до и продемонстрировать идеальный разрез, где кремний должен растекаться. Состав торта: бисквит савоярди, пропитка с грушевой водкой, ванильный баварский крем, грушевая начинка в карамели, идеальная выкладка слайсов груш в декоре. И все это за 3 часа. Сразу скажу, это реально, но случалось у нас разное. Бывало, не успевали, бывало, что забывали положить желатин в крем, и он как мороженое растекался. Кто-то не доваривал крем, и он был с привкусом крахмала. Да, мне нужно на экзамене попробовать все торты. А кто-то, наоборот, собрался и показал такие результаты, которых вообще никто не ожидал. Что делать в случае плохой оценки? Пересдача. Бывало и так, что пересдавали аж 3 раза, но это редкость. В большинстве своем студенты очень стараются, готовятся в общежитии или дома, отрабатывают все перед экзаменом и затем радуют меня и вкусом, и подачей. А я очень горжусь своими птенчиками, потому что впереди у них большое и вкусное будущее.